Фигура Онищенко вот у меня лично вызывает глубокое уважение. Это человек, который является лично порядочным человеком. Это харизматичный человек, человек, у которого большой политический потенциал. И человек, который искренне борется и боролся за здоровый образ жизни, за рост народного населения, за сохранение населения в России. Вот, он действительно боролся искренне против алкоголизации, против курения, против вредных вот этих продуктов, которые наводнили наши универсамы. И трудно будет найти ему адекватную замену. Если это будет некий серый чиновник, не такой харизматичный человек, как Онищенко, это, конечно, будет вредно, потому что в таких вопросах, как здоровый образ жизни, очень важен и личный пример, и популяризация, и всевозможные пиар-акции. Это то, что Онищенко всегда умел делать. Вот надеемся, конечно, что все-таки он будет не заменен не серым чиновником, а личностью, которая будет также работать, вкладывая такой личный свой ресурс.